Всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Арекс, как всегда, очень много подписчиков, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет! Давно у нас не было рубрики с чужим. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а я уже вселился одного из вас. А, ну ладно, вы видели, это было очень тупо, но мы будем уже начинать. Серега, давай, даю тебе 20 секунд для того, чтобы ты сделал все свои темные делишки. Да, без проблем. Давай. Ребята, берите пока что оружие, только не взрывное, пожалуйста. Знаешь что, Серега, забыл добавить черное очко. Ну то ладно. Хорошая мысля приходит после. Настроение классно. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, потому что ролики выходят каждый день. А я уже играю за чужого лихцехвата. Нифига себе, вы там что себе, миллион оружия вы даете? Да, триллион. Зря вы это делаете, потому что тот человек, который выдает много оружия, я в него вселюсь с первого. А ты угадаешь, кто это? Карта очень классная, оптимизированная. Стилистики Майнкрафт. Вообще все так, четко. Так, Димас, если ты вселишься в NPC, я взорву бомбу. Ага. А как тогда? Тебя надо убить первого? Блин, а что, было видно? Вот так тупо меня, да? Ну ладно, 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 увидели, увидели. Увидели это и увидели, что сразу так мочить сильно? У вас оружие очень громкое. Так, ребята, сюда все пошли, куда ушли? А ну быстро сюда, и ноуклип вырублюсь. Так, я вижу, как вы там суетитесь. Ого. Да нету его там. Да Серега умный, молодец. Догадался. Да блин, да как тебе так четко попал гранат мне в голову? Целился. Так, а ребята. А меня что, видно было? Да. Ах ты жопа. Я вселился в одного из вас. Все. Нет, ты умер. Ну блин, ну что ты говоришь все, что там происходит? Говоришь, что да, вселился. Да господи, видно в килл. Ну я хочу, так есть люди, может, не обратили внимания. Знаете, эта попытка будет миллион раз, но я все-таки сделаю то, что я хочу. А я со спины зайду, там у них дверь с другой стороны есть, они что думают, самые умные. Я пойду там. Нет у нас двери, ребята, не верьте ему. Че ты такой умный, Серега? Нельзя. Умный. Я не умный, я хитрозадый. Ля-ля-ля-ля-ля. Извините. Четко пробегаешь. Блин, вообще жесткие пацаны. Просто умочили. Изи. Он здесь! Ребят, он здесь! Да не мам, я тут. Ну что ты орешь на всю квартиру? Так, ребят. Ого! Ищем его. Я вселился в одного из вас. Нет, врет он. Он нас пытается дезинформировать. Да как ты так быстро? Не стреляй, ой, ё-моё. Вот это жесть, что творится. Он здесь еще раз. Так, ты где кабака такая? Я прыгаю вокруг вас. Да-да-да, мы тебя сразу заметили. Да я хочу как-то обмануть вас, а вы мне не даете себя обманывать. И не дадим. Есть, 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 ура, я вселился. Чего там во мне? Нет, я в Сереге, я в Сереге сижу. Кабак. Чужой среди вас. Как всегда, пацаны, начинается веселье. Вы что друг друга мочите? Зачем вы так делаете сильно? Извини, кокос. Обстоятельства. Окей. В кому? Чужой тебе классно, что вы мочите друг друга, как идиоты. Так я и люблю, потому что я тоже один из них. Извини. Да вы вообще какие-то психи, что ли? А там получается, а где спрятан вообще взрывчатку? А, не, NPC в углу, а где? Стекла можно бить, я ж не знал, пацаны. Я Спанч Боба увидел. Ну ты его не убил. Ну я его не убил, но я его увидел.
будет. Отлично, хорошая идея. Нам придется убить NPC, если он вселится. А нет, не, я взорву бомбу. Где он? Он где-то здесь на улице. Где-то. А, стоп, мне кажется, он кого-то стелился. Да нет, я хожу вокруг вас. Врун, ты вдруг, он тут сидит где-то. Классно, мне так нравится режим чужой. От NPC не отходите. Так, NPC стоит себе в уголочку, все хорошо у него. Он здесь где-то, засранец. Я вселился в одного из вас и слежу. Ну, Серега, так нечестно! Сори, обстоятельства. Я так и знал, что ты вселился. Отли, убили. Зачем вы друг друга мочите? Серега! Зачем ты это делаешь? О, Сереги! Да в тебе он сидит! Я ж говорю, что он в нем сидит, идиот, по мне стреляет. Так, ребята, я теперь, короче, стану сейчас смертным и приду к вам, подождите. Ой, извините. Обстоятельства. Сейчас все будет, пацаны. А ты в NPC не вселился, а? А я его сейчас могу сожрать как-то. Давай, сожри. Попробуй. Бум, я его не скушал же. Ну хотел скушать. Но я живой. Но я у меня 600 жизней все равно. Да? Да, я живой. 600? Угу. Ну, второй взрыв пошел. Не, не надо. Так, надо отлететь подальше. Ты выжил? Да, у меня 520 жизней. Так, так, так. Сейчас у нас чисто повыживаю я среди вас. Хочу, чтобы вы команды смогли затащить или нет. Так, ребят. Можешь, Серега, бомбу пока запрятать? Еще одну, только более мощную, чтобы я сразу умер. Так, по бомбе не стреляй. Убили, 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 убили. Ладно, я хотел понтануться, но не получилось. Понтанулся, да, Небас? Понты хорошего не приводят. Слышь, ты чё стреляешь по мне? Ай-яй-яй! А кто меня убил? Арекс, у тебя какой-то пулемет читерский. Не, да, необычный. Так, Серега, я хочу убить одного человека, у которого скин Папайрус. А, кабак у тебя. Не-не-не. Да, интересно, да, если ты упадешь туда вниз, ты живой останешься или нет? Да-да-да, не. Кабаку! Да вы как-то Серегу сегодня защищаете чересчур. Я спрыгнул. Ты важная персона, нон грато. Слышь, псих, успокой свои нервы. Кабаку тебе... Ай, блин, опять упал. Так, Сережечка. Так, ты где? Дышит засранец в спину, я слышу. Слышишь, его, да? Ребята. Слышу тебя, ты засранец такой. Не убей. Ах ты! Ну зато я Серегу успел убить. Серега, ты бомба за. А, бомба ж есть, хорошо. Она прямо у тебя перед носом. Ты че, Димас? А, опять меня вселиться хочешь? Серега, я в тебе. А, во мне, ты за бомбой там. Она активировала, она активировалась! Не стреляй. Так, 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 пацаны, так, ваша цель, чтобы она не взорвалась, а моя цель ее взорвать. Хорошо, хорошо. Думаешь, не увидел тебя я? А я ж вроде такой серый и с полами, да, сливаюсь? Нет, ты коричневый. Не, немного... Жесть, я это сделал. Блин. Это был жесткий взрыв. Вот это жахнуло. А что это за бомба была такая? Это... Серега, давай, последняя стычка. Я против тебя. Я должен конкретно тебя убить. Ты цель моя. Ты заложник.
Так, Сережка, я тебя не вижу, что много тумана сильно. Отлично, блин, не все выполнено. Это не считается! Хорошо, хорошо. Блин, ну это какое-то нечестно. Пацаны молодцы, защитили тебя. Это кто? Петушочек. А, я понял. Я тебя не могу найти, надо мне же тебя найти сначала. Ну, блин, я на том же месте. Да. Я облетел вокруг карты. А, упал, да? Отлично, Серега. Нет, это не я, я Ах живой. Ах ты жопа. Это фантом был. Так, сейчас. Как же, а как тебя убить? Ну, не знаю. Да ты не а что ты двигаешься постоянно? А чё, нельзя? У тебя просто пистолет очень читерский, поэтому я не смогу тебя убить. Ну, а ты попробуй, ты с одного удара меня вынесешь, как и я тебя. Все по чесноку. Могу поставить? Или нет, или в одного из нас вселись. Я слышу, где он бегает. Я бегаю уже возле вас. Я на нижнем этаже бегаю, шум создаю. Ага. Бегаем, ребят, бегаем. Ах ты ж лоб, я не могу тебя убить. Снизу пытаешься, да? Отлично! Есть! Эй, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Серега, аж стекла вылетели, ты красава. Да. Шкодник такой, малой. Если ты сейчас...